В процессе ремонта сотрудники библиотеки столкнулись с проблемой огромного книжного фонда. Ежедневно из зала в зал приходится перемещать более 10 тысяч экземпляров. Как оказалось, с нелегким на подъем книжным фондом отлично справляется женский коллектив Центральной библиотеки. Прекрасным дамам помогает только один сотрудник-мужчина. Сейчас идет подготовка к ремонту читального зала и абонемента. Я связываю книги дольше всех, потому что это невозможно. Казалось бы, уже что я здесь не видела, как вот? Начинаешь листать, начинаешь читать, начинаешь смотреть. Я замедляю процесс, на самом деле, ремонта. Стараемся все, чтобы было красиво, быстро. И готовы уже встречать читателей, хотя еще не совсем, но мы готовы. В отремонтированных и переоборудованных залах библиотеки будут новые комфортные пространства для кружков и студий, а также уютные зоны, где можно досуг с пользой провести, к лекции или к урокам подготовиться и даже поработать. Мы выиграли конкурс модельной библиотеки, и нам выделили средства для того, чтобы мы сделали современное пространство. Что такое модельная библиотека? Это современное пространство, где не только красиво, уютно и удобно читателю, но и какие-то медиасредства, современные гаджеты, да, и так далее. Часть помещений библиотеки уже преобразилась. Покрашены стены и заменены окна. Отремонтирован концертный зал, в котором проходят массовые мероприятия. Здесь у нас в этой зоне интерактивный пол. Вот это прекрасное устройство наверху. Значит, здесь закачано порядка 40 игр. Здесь расстилается на полу коврик, как это назвать, коврик, наверное. Вот. И здесь можно играть в какие-то игры подвижные. Книговыдачу на некоторое время, скорее всего, закроют и оставят только прием. Стоит отметить, все мастер-классы и занятия сотрудники библиотеки стараются проводить регулярно, несмотря на неудобства, связанные с ремонтными работами. Сейчас мы немножечко ужали наше количество наших мероприятий. Значит, у нас идет читающая скамейка каждый четверг, но это на улице, в парках. Дети уже знают, да, они приходят. Мастер-классы проходят здесь, в читальном зале, но как только мы освободим читальный зал, наверное, мы все-таки переместимся в конференц-зал. После модернизации книжный фонд размером более чем 40 тысяч экземпляров пополнится еще большим количеством новой литературы. Открытие планируется на начало осени. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.